В Кичнеровском районе в рамках практики инициативного бюджетирования успешно реализовано два проекта. В прошлом году муниципалитеты получили субсидии из резбюджета на поддержку своих социально значимых проектов, основанных на местных инициативах. Все работы выполнены безвозмездно за счет участия индивидуальных предпринимателей, организаций и непосредственно населения поселка. В селе Гашунбургуста установлена мемориальная стена «Вспомним всех поименно». Всего было затрачено 210 тысяч рублей. Также в Кигульте обустроена спортивная площадка. Общая сумма затраченных средств более 845 тысяч рублей. В том числе субсидии более 665 тысяч рублей, софинансирование из местного бюджета 90 тысяч рублей и столько же средств населения. Все работы по подвозу песка, строительства площадки велись на безвозмездной основе жителями поселка. Это пример того, как можно самим своим непосредственным участием решать отдельные проблемы, благоустраивать свой поселок, быть ответственным и инициативным.